эксцентриссимо. Итальянский обувщик Антонио Ветри долго думал, какой след он оставит, и создал первые в мире туфли из чистого 24-каратного золота и синей замши со вставками из золотых пластинок. Также использовано серебро и платина. В отличие от всех других драгоценных туфель, эти можно носить. Антонио постарался, чтобы ноги покупателя не страдали от того, что они выглядят блестяще. В каждой паре содержится около 230 граммов золота. Обувь изготавливается на заказ с помощью технологии 3D-сканирования ступней. Пока есть только мужская модель, если 25 тысяч евро не жалко, можно попробовать купить. Женские золотые туфельки появятся позже и будут стоить на 5 тысяч дороже. Но за эти деньги их привезут на вертолете. Заказы на золотые мокасины уже поступают. Арабские принцы именно в них собираются ездить в булочную на своих золотых Феррари. Эксцентриссимо.